Тема нашей сегодняшней программы это сила в твоих устах. Итак, друзья, мы живем в очень негативном мире. И а, то, что происходит в мире, тот язык общения, на котором общается сегодня этот мир, он очень негативен. Вы посмотрите новости, которые вы смотрите на новостные на вашем новостном канале, или же а, утром вы смотрите новости. Я не знаю, как в других странах, но в западном мире самые первые сюжеты новостей это очень негативные, кого убили, кого застрелили, в кого какие еще опасности и трагедии произошли. И это отражает именно тот мир и общество, в котором мы сегодня живем. Потому что мир сегодня, люди в этом мире, они настроены очень негативно. У них очень много негативного исповедания негативных слов и, но мы как люди божьи как люди которые хотим видеть благословение и счастье и об, обрести это наследие которое господь пообещал нам то есть все божьи благословения которые для нас предназначены мы должны научиться управлять нашими устами потому что сила есть в наших устах или на разрушение или на благословение Итак, мы сегодня пройдемтесь по некоторым местам из Библии и посмотрим, что Бог говорит о наших устах, какое должно быть наше исповедание и вообще как наши слова, они могут изменить вообще нашу судьбу, нашу жизнь к лучшему или к худшему. У каждого из нас есть мечты и какие-то долгосрочные планы мы строим, чего-то ожидаем от жизни. И как каждый нормальный человек, мы хотим, чтобы у нас было, получилось все хорошо в жизни. Но как часто мы э, ожидаем одно, ожидаем самое лучшее, прекрасное, что у нас может быть. В то же самое время наши уста, то, что мы говорим то, как мы а, делимся нашими эмоциями, впечатлениями, ски, тот круг общения, с кем мы вращаемся, они говорят совершенно противоположное нашим желаниям или нашим мечтам, о чем мы желаем. И Бог хочет, чтобы наши исповедания, наши слова, они были правильными. И смотрите, я хочу самое первое место писания, друзья, чтобы мы посмотрели, что говорит Библия Иаков относительно силы наших уст. Итак, это написано. Иакова, 3 глава, он говорит следующее, что все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущим обуздать все свое тело. Это очень удивительно, что Иаков говорит. Все согрешаем. Если тот, кто не согрешает в слове, иными словами, тот, кто следит за своими устами, и он правит, он знает, о чем он говорит, он знает, почему он говорит то или другое. Конечно же, этот человек, он совершенный в Божьих глазах, потому что он способен обуздать свое тело. Для примера скажем, о чем здесь, почему здесь о теле написано? Не о плоти, не о духе, о а теле. Даже взять для примера обыкновенную ситуацию, которую, например, у нас что-то заболело в теле. И мы, знаете, мы говорим, о, как мне больно, как мне, как мне больно, как мне больно. И мы этим же самым, чем больше мы выражаем и исповедуем, мы чем больше утверждаем свою боль и свою болезнь в теле. Поэтому об этом я верю, что Яков говорит, что, что если человек не согрешает слой, он может даже управлять своим здоровьем, своего тела. И говорить своему телу, тело. Ты здорово, тело, ты совершенно функционируешь, твои органы совершенно функционируют. И этим же самым мы приводим в порядок наше тело согласно Божьему дизайну, потому что Бог желает, чтобы мы были здоровыми. Но давайте посмотрим дальше, о чем Иаков говорит. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляли всем телом нашим, телом их». И вот корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, и куда хочет кормчи, так и язык небольшой член, но много делает. Итак, друзья, апостол Яков, он сравнивает наши уста, сравнивает с удилами, которые вставляются в коня. Или же с рулем, который держит кормчим для того, чтобы управлять этим огромнейшим судном. Как часто мы забываем, мы, мы хотим двигаться в каком-то одном направлении, мы хотим через год оказаться а, в том или ином, например, получить работу хорошую, или мы мечтаем о том, чтобы а, наша семья была благословена, или мы какие-то имеем мечты, и которые хотим воплотить рано или поздно. Но в то же самое время мы забываем, чтобы достигнуть этих целей, достигнуть этих желаний, которые еще впереди нас ожидают. Бог дал нам очень могущественное оружие в наши, в наши уста это слово. И это слово, что мы говорим. Или мы говорим слова благословения или мы говорим положительное исповедание и мы этим же самым управляем мы этим же самыми словами мы движемся к поставленной мечте и к поставленным целям которые стоят перед нами именно об этом здесь написано иаков говорит приводит важность того что находится в наших устах и я хочу чтобы мы посмотрели друзья сейчас на некоторые сюжеты из библии чисто практические ситуации и мы увидели в этих ситуациях самих себя возможно мы точно так же действуем и точно так же поступаем но бог желает чтобы мы выровняли наши исповедания просто молились даже и просили чтобы бог показал насколько наши уста что происходит с нашими устами а даже Апостол Павел говорит к Ефесянам, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. И потом дальше апостол говорит, что и не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены. И потом дальше после этого апостол говорит, что никакое злоречие, никакой крик, гнев, раздражение да не исходит из уст ваших. Почему? Потому что если в наших устах есть крик, если наши уста, они говорят злоречие, или наши уста полны негатива, полны осуждения кого-то, мы никогда не должны забывать, друзья, что этим же самым мы огорчаем работу Духа Святого в нашей жизни. Это очень серьезно. Поэтому не зря мы сегодня рассматриваем эту тему, что на... сила есть в наших устах. Сила для благословения или сила для проклятия. Сила для того, чтобы мы имели прекрасное будущее, наши мечты, желания в жизни исполнились, или же сила в наших устах, чтобы разрушить наши мечты и наши желания. Я хочу сказать, друзья, что очень важно, что мы говорим в жизнь о наших детей. Я хочу сказать, что ваши дети ⁇ это не хулиганы. Ваши дети ⁇ это не просто... А, или как часто мы слышим эти слова. Ваши дети, говорите в жизнь ваших детей слова благословения именно теми, кем вы хотите их видеть. И смотрите... Очень важно. Давайте посмотрим самое первое. Я хотел, чтобы мы открыли вот место писания, которое написано вот очень а, классическая история из жизни Израиля. Вы помните, когда Господь, это число 12 глава, мы можем даже быстренько открыть это место Писания, потому что это очень важные принципы, о которых мы говорим сегодня. И здесь Моисей послал 12 соглядателей с чтобы они пошли и высмотрели землю, которую Бог сказал. Смотрите, 13 глава числа, в 3 стих написано, Бог сказал, что пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. То есть удивительно, что Бог уже дал... В благословение. Бог уже дал в его планах вечных, Бог уже все это дал. За Богом остановки не было. Но остановка была именно, или же останавливали Божьи планы, останавливали люди, останавливал человек. И когда Моисей послал 12 человек, и они пришли из обетованной земли, и начали говорить следующее – что вот мы были в этой земле, какая ужасная земля, какая, какие страшные большие великаны, мы никогда не сможем. И написано, что они ходили по стану израильскому, распускали эту худую молву. Но в то же самое время были, Иисус Навин был, и был Халеев. Написано, что Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем завладеем ею, этой землей, потому что мы можем одолеть ее. Друзья мои, как часто мы бываем в таких обстоятельствах, когда Бог уже нам пообещал что-то, когда мы должны понимать, что по праву это уже принадлежит нам. По праву принадлежит жизнь, которую Господь приготовил, судьбу, которую Бог приготовил для вас. Это не просто судьба неудачника. Это не просто судьба человека, который, ну, как-то еле-еле по жизни ползет. Как-то, знаете, часто мы говорим, как-то лишь бы у порога, где-то там, в Божьем Царстве, как-то попасть туда. Нет. Наоборот, Бог приготовил для каждого человека. Он для вас приготовил совершенный план, прекрасную судьбу. И, но опять, чтобы попасть в эту судьбу, которую Бог приготовил, как важно нам иметь правильные слова. И как, как важно нам говорить правильные слова исповедания, что на самом деле, что все, что Бог приготовил, все, что мне Бог пообещал, может быть это давно когда-то, Бог пообещал, Бог вложил эту искру в вашу жизнь. 10 лет, 20, может быть, год назад, и вы похоронили время, чтобы эта мечта она проснулась в вас время для того, чтобы вы начали, как этими своими словами, сеять в ту мечту, говорить правильные слова. Итак, следующее место Писания, которое или ситуация из жизни также Израиля это Иисуса Навина, 6 глава и 9 стих. Здесь также очень подобная ситуация, когда Бог пообещал израильскому народу и сказал, что идите, я предаю город Иерихон в ваши руки. Вы идите. И потом он дает стратегию Иисусу Навину, как они должны были взять этот вооруженный сильный город, эту крепость непреодолимую. И здесь написано в Иисуса Навина 6 главе, написано, что он дал задание народу, чтобы они обходили этот город в, а, а, шесть раз и шесть дней, вернее. И обратите внимание, но в седьмой день, когда они должны были обойти, обходить этот город а, Израиль вместе со священниками и трубить трубами, перед, до этого дня, до последнего дня, когда они должны были затрубить и стены должны были рухнуть, Обратите внимание, что сказал Иисус Навин израильскому народу. Это еще раз Иисус Навина, 6 глава, 9 стих. «Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам «воскликните» и тогда «воскликните».» Почему это сказал Иисус Навин? Чтобы даже слово не выходило из уст израильского народа. Представьте, что они ходят молча все эти шесть дней. Они а а окружают этот город своими шагами шесть дней и не произносят ни одного слова. Почему именно Бог дал такое повеление? Я верю, друзья мои, по той лишь причине что если бы люди на первый день они обходят, ничего не происходит, второй день ничего не происходит, и многие люди, они начали бы роптать, они начали своими словами, негативными словами, словами разрушения, проклятия, они могли нарушить Божий план для, для взятия иерихона вы спросите о неужели что неужели мои слова могут разрушить божий план помешать богу чтобы э, э, сделать мою судьбу благословенной Конечно же, на, этом, на основании этого местописания мы можем увидеть, что если это, если, скажем, Израилю понадобилось молчать все это время, чтобы не нарушить Божьи планы. Тем более, нам, друзья, если мы, может быть, также имеем какие-то твердыни или мы имеем какие то скажем выстроенные бастионы дьявола может быть и мы также может быть сражаемся мы хотим обдержать победу на той или иной сферой нашей жизни на основании, на основании этого места писания друзья мы должны научиться не говорить лишних слов не говорить слов, слов разрушения не говорить тех слов, которые просто помешали бы Божьему плану действовать. А какие слова мы должны говорить? А мы должны пойти как раз в первую истоку, как это Бог сказал здесь именно Израилю, что ⁇ Я даю вам эту землю, эта земля принадлежит вам, я даю этот город, этот город принадлежит вам ⁇ вот в этом есть и секрет и смысл пусть бог поможет нам просто чтобы наши слова никогда не разрушили божий план еще хочу одно место писания из нового завета также подтвердить эту мысль очень и очень важную что мы должны следить за нашими словами и не исповедовать слов разрушения слов, слов проклятия если мы хотим чтобы божьи планы которое Бог приготовит для нас благословенное будущее, процветающую просто твою внутренность, чтобы это все произошло, мы должны обязательно обращать внимание на те уста, на те слова, которые мы произносим. Смотрите, Луки, первая глава. Это здесь говорится история о священники Захарии и его жене или совете. И они были в преклонных годах, благочестивые люди. Они боялись Бога, они служили в храме. И однажды Бог проговорил им и сказал, что у вас будет сын, у вас будет Иоанн Креститель, назовется великим в царстве, он исполнится Духа Святого, еще от чрева матери. И смотрите, это большое обещание, это большое благословение, которое ожидали я верю что многие годы своей жизни они ожидали и может быть эта мечта конечно же приклоном при уже в возрасте она уже умерла эта мечта у них они уже возможно похоронили что когда у нас будет ребенок у нас будет сын но бог в своем плане ничего не забыл написано что у бога не останется бессильным никакое слово. Итак, что же происходит здесь? Какой а, а, пример для нас здесь в этой истории с Захарией или Советой? И здесь написано так, что когда Бог пообещал, что будет сын у Захарии или Советы, смотрите, он написано, что он пришел ангел и сказал, услышана молитва твоя, это очень важный также момент, друзья, что оказывается, что, наверное, всю жизнь молились Захария с Или советой и они не видели этого ответа, но в преклонных годах своей жизни оказывается Бог ответил. И пришел ангел и говорит, услышана молитва твоя, мы также не должны опускать наши руки, мы также должны, даже если вы не видите сейчас, что исполнилось то, что Бог пообещал вам, продолжайте молиться, продолжайте верить, продолжайте стоять на этом слове обетования, что Бог пообещал вам. И написано следующее здесь. Когда ангел сказал, что у них родится сын, и тогда в Захарии был большой аргумент, неужели, как это может произойти, почему я об этом, уз... как я узнаю об этом, ибо я старый, жена моя в преклонных летах написана. И смотрите, что ангел говорит ему, и вот ты, это от Луки 1 глава 20 стих, и вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить. До того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Итак, друзья, для того, чтобы Захария, которому Бог обещал Сына, который будет рожден у Него, для того чтобы Он не абортировал Божьи планы, которые Бог приготовил через рождение Иоанна Крестителя. Что вы думаете? Написано, что. Бог отнимает от, Иоанна, от Захарии эти уста, и он абсолютно не мог разговаривать, произносить ни слова до того дня, когда Елисавета родила Иоанна Крестителя. Это говорит о чем, друзья? Это говорит о том, что если бы Захария в то время, когда его жена носила этого сына в своем в чреве, в то же самое время из уст Захарии могли вырваться не слова благословения, а слова, которые были разрушительны, слова неверия, слова страха и сомнения. И вы что вы думаете? Именно через это исповедание они могли абортировать божественный план для Израиля. И вообще, кто был Иоанн Креститель? Это был человек, это был один из величайших пророков. Вообще, Ветхого Завета, последнего, последний порог, который проложил этот мост, соединил Ветхий Завет с Новым. Но представьте, Бог забрал, чтобы это все осуществилось. Бог забрал уста и сделал немым Захарию, чтобы он не мог своими словами проклятия разрушить Божьи планы. Друзья мои, я хочу сказать вам, вы точно так же должны следить за вашим исповеданием. Что Бог говорит вам? что Бог пообещал вам, что Бог говорит в своем Слове. Пусть ваши слова, они не будут словами разрушения. Пусть они, ваши слова, они не расходятся с тем, что Бог уже сказал в своем Слове. И есть еще одно место Писания, которое подтверждает о том, насколько наши слова которые выходят из наших уст, они обладают огромнейшей колоссальной силой, если мы используем, в зависимости от того, для каких целей мы используем. Смотрите, мы читаем Бытие 12 глава, как строители Вавилонской башни. Они имели огромнейший успех по той лишь причине, что Библия говорит, что они говорили одно и то же, и у них всех было одно наречие. Люди были объединены одной целью, одной мечтой, что-то построить, построить город или башню высотой до небес. И они бы построили, потому что у них было правильные слова, у них было одни, одно на речи, одни слова. Они иными словами разговаривали на правильном языке. И правильное общение оно созидало друг друга, оно созидало то дело, которое они делали и строительство вавилонской башни. И Бог увидел это что если они будут так дальше говорить в одно и будут разговаривать на одном наречии, они построят этот, этот, эту башню, он сошел и смешал их языки. Смотрите, друзья, когда мы говорим одно, когда мы говорим одно с Божьим Словом, с его, с его обетованиями, и наши слова, они не расходятся с Божьим Словом, то нет тогда ничего невозможного в нашей жизни. Нет ничего невозможного в нашей жизни. Итак, смотрите, места писания, которые я хочу подкрепить еще и утвердить это слово, эту тему, что есть сила в наших устах для благословения или для проклятия. Об этом написано в Притчах, даже написано, что а, Притча 18 глава ⁇ Жизнь и смерть во власти языка. То есть, или мы будем провозглашать жизнь или мы будем говорить слова о жизни или же мы будем говорить слова проклятия вы скажете я никогда никого не проклинал я никогда не, из слова даже проклятия не исходило из моих, из моих уст друзья мои но я хочу сказать вам если вы говорите ваши обстоятельства в которых вы находитесь и может быть это тяжелое обстоятельство что то штормит у вас что то волны поднимаются, и вы находитесь в какой-то тяжелой, трудной даже ситуации в жизни. Друзья мои, апостол Яков сказал, что как корабль управляется этим рулем, который в руках кормчиво, точно так же он сравнил это с нашими устами. И точно так же, если вы находитесь в штормовых ситуациях, что вы говорите, как вы управляете, вашей, вашим кораблем или вашей жизнью, это все зависит, что происходит в ваших устах, какие слова, какие слова, или вы говорите, Господь, у меня все получится, Господь, ты сказал, что я все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе, что, Господь, ты сказал в своем слове, что, а, что нет ничего невозможного для тебя, и у Бога нет такого слова невозможного в его лексиконе, все возможно верующему, все возможно Богу. Но если в наших устах будет правильное исповедание и правильные слова, которые не расходятся с Богом. Итак, Притча 6 глава 2 стих. Здесь написано, ⁇ Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих ⁇ то есть мы опутали словами уст своих, мы, мы иными словами, мы сделали сами своими словами, мы опутали или запутали свою так ситуацию, что мы никак не можем ее выбраться из нее, по той лишь причине, что наши слова, они сделали паутину или построили капхан, сеть, в которой мы оказались. Дальше а, Соломон говорит, что... А, Притча 15 глава 1 стих: кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Можете представить, что одно всего лишь слово кроткое, оно утоляет гнев и оно э, отвращает гнев, а одно лишь. Оскорбительное слово способно что сделать? Оно способно воспалить гнев, оно способно разрушить взаимоотношения, оно способно разбить мечты, оно способно на разрушение. Итак, следующее написано, Екклесиаст говорит, 5 глава, 5 стих, «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою». Представляете? То есть как мы можем грешить? Грешить благодаря тому, что нашими словами – мы говорим как раз вот эти слова, которые разрушают нас и не приносят нам, не созидают, но разрушают нас. И даже написано, Псалом 18, 15 стих, Давид говорит, да будут слова уст моих, его молитва к Богу. И помышление сердца моего, благоугодны пред тобою Господи. Иными словами... В сердце Давида было желание, чтобы его уста и содержимое его сердца, они были в одном, в одном союзе, они были, они, они были в одной гармонии, и они не противоречили друг другу. Как это важно, чтобы наши слова, они были правильными перед Господом. Итак, друзья, что мы, мы сегодня говорим о силе сказанных слов, о том, что в наших устах есть слова. И есть сила на разрушение или на созидание, на благословение или на, на проклятие. И выбор остается за нами. И, конечно же, мы, есть очень много мест Писания. Даже Христос, говоря о, скажем, о силе сказанных слов и о том, что на, какие слова должны быть в наших устах, Он говорил даже, что, вы помните, кто скажет горе этой? поднимись и верни, и не усомниться в сердце, и чтобы она вернулась, эта гора в море будет по слову. Опять мы говорим о том, что Христос призывал нас, чтобы в наших устах были слова Исповедания правильными и словами. Эти слова, которые исправленные будут, они будут смогут сдвигать любые горы. Об этом написано здесь. Христос говорил, что словами сдвигаются горы. Но не словами, которыми мы говорим, вот какая большая гора. О, эта гора непреодолимая. О, эта болезнь, она никогда не может исцелиться. О, мои соседи также заболели, и они умерли. Доктор приписал определенный диагноз, и он сказал, что на этом все не нет никаких лекарств, эти горы могут быть большими. Но что мы говорим? Мы соглашаемся с этим? Или мы, наоборот, начинаем говорить слова, другие слова этим горам и говорить совершенно другое, что на самом деле с Господом Богом моим, как Давид говорит, с Богом моим я восхожу на стену, с Богом моим я покоряю моих врагов, с Богом моим, Бог мой, и Рафа, он целитель, и он может исцелить мою болезнь, вот именно об этом мы сегодня говорим друзья что есть сила в наших устах и последнее друзья мои как важно чтобы мы не забывали что если мы особенно сейчас в этой программе я верю что господь сейчас кому то сейчас обращается чтобы вы пересмотрели свои, свое исповедание какие слова вы говорите Какие слова вы говорите в ваше будущее? Какие слова вы говорите в адрес своей семьи, ваших детей? Какие слова вы говорите о своей работе, где вы работаете? Какие слова вы говорите о своем бизнесе? Или вы говорите слова благословения, или вы просто говорите: да, я уже устал, да, я уже все это меня все достали, для, вообще у меня ничего не получится, да, я неудачник и второе, третье, десятое и двадцатое, друзья мои. Бог хочет, чтобы сегодня, прямо в этой программе, вы пересмотрели свои слова, которые вы исповедуете, и что-то поменяли в вашей жизни. И смотрите, что Бог говорит в Исаии, это шестая глава Исаии написано, что когда пророк оказался в присутствии Божьей святости, и Дух Святой коснулся его, и он показал пророку, что он показал? что в его, у него были нечистые уста. Может быть, у вас также есть уста такие, которые нечистые. А почему они нечистые? Потому что вы неправильно исповедовали, вы говорили неправильные слова, которые разрушали вашу жизнь, разрушали ваше окружение, разрушали даже ваше будущее. Пришло время, чтобы вы сейчас помолились этой же молитвой. Сказали, «Господь, прости меня». Я как вместе с Исаей говорю, «Господь, очисти мои уста». Пусть Господь коснется, я прямо сейчас молюсь, чтобы Господь коснулся, как этим углем Он коснулся уст Исаи, пусть Дух Святой коснется, коснется ваших уст сейчас и принесет полное очищение. И чтобы ваши уста, они были очищены и не расходились с тем исповеданием, которое говорит Бог в Своем Слове.